Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. В сегодняшнем видео сделаю для вас второй прогноз, второе гадание на декабрь месяц. Мы с вами посмотрим, что ждет вас в декабре месяце. Так, я сейчас пока тасую карты. Вы задайте про себя вопрос мысленно. Что принесет мне декабрь месяц? Какие, может быть, изменения? Какие события? Итак, я сейчас выложу 4 карты. Вы интуитивно выберете одну из 4. Итак, карта номер 1, карта номер 2, карта номер 3, карта номер 4. Задайте про себя вопрос и интуитивно выберите один из 4 вариантов. Я думаю, что каждый уже определился. Давайте теперь смотреть. Итак, мы сейчас с вами смотрим первый вариант. Что ждет в декабре месяце? Вам выпал король жезлов. Я могу сказать так, что в декабре месяце у вас все вопросы, проблемы или наоборот решение вопросов, изменения, все будет зависеть именно от этого человека, от мужчины. Это может быть ваш друг, это может быть ваш муж, это может быть ваш начальник или ваш брат или ваш дядя. В любом случае это идет именно мужчина огненного знака, который будет влиять на события в вашей жизни в декабре месяце, который действительно будет в чем-то вам либо помогать, либо наоборот будут какие-то проблемы именно с ним. Давайте сейчас я вытащу дополнительно, будем с вами смотреть, что же вас ждет, какие события в декабре. В первую очередь, я вижу у вас такую ситуацию. Очень больше здесь вероятность идет именно все-таки в отношениях. Возможно, что вы определитесь все-таки в декабре месяце именно в своей личной жизни. Здесь я могу сказать так, что, скорее всего, вы будете разрывать именно старые отношения, которые вас тянут вниз, от которых вы устали, от которых вы уже, скажем так, не можете сопротивляться именно тому, что происходит в вашей жизни, вы хотите изменений. И вот в декабре будет складываться такая ситуация, такие моменты, как все само собой решится. То есть здесь особо даже не придется вам что-либо прикладывать каких-то усилий, поскольку у вас уже, скажем так, идет разрыв в вашей жизни, именно в личной жизни. Но у вас вообще, я смотрю, именно будет меняться личная жизнь в декабре месяце. То есть, возможно, придет какой-то новый человек в вашу жизнь, причем это будет достаточно быстро. То есть вам не придется, скажем так, долго горевать, если разрыв идет, новый человек, который со своими чувствами, со своими мыслями, со своей любовью очень сильно проявит вам интерес именно по отношению к вам. То есть это будут для вас такие, скажем, новые отношения, новое начало вашей жизни. Имейте это в виду, и мужчина идет неплохой. Но и также и наоборот, если вы замужем, у вас официальный брак, наоборот, может появиться такой человек, который может испортить, наоборот, испортить вашу жизнь, то есть именно, знаете, как проявить к вам интерес, проявить симпатию, говорить о своих чувствах, но на душе ничего не иметь. То есть это тоже имейте в виду, смотрите аккуратнее. То есть здесь либо вы разрываете отношения, если вам ваши отношения уже в тягость. Если у вас все нормально в отношениях, то для вас идет искушение, будьте аккуратнее. То есть здесь может быть и наоборот, что у человека ничего в мыслях нет о вас, а просто идет наигранное, и это может разрушить вашу жизнь. Имейте это в виду. И еще хочу по раскладу сказать по работе. Тоже может быть такая ситуация, что вы можете сменить
место работы, либо наоборот у вас идут изменения на работе. А, скорее всего, может поменяться начальник, может поменяться именно сама ситуация на работе. Вы не будете понимать, что у вас происходит, что вам делать, куда вам дальше вообще бежать и как менять ситуацию. Но я вам хочу сказать так, что не пугайтесь изменений на работе, поскольку изменения, они идут, но особо, чтобы сильно коснулись вас, я этого не вижу. То есть, если даже для вас на первый взгляд будет казаться, что все разрушено, что все закончено, надо искать новую работу, то как раз новое начальство, наоборот, как бы предложит вам что-то новое. То есть, либо какая-то это будет, скажем так, новая должности, либо какой-то, как вот знаете, когда переезжает работа, какой-то новый филиал. То есть какое-то новое предложение для вас будет, и это вас предложение заинтересует. То есть не пугайтесь сразу, если у вас идут неприятности. Они будут, но это уже связано именно непосредственно с начальством на вашей работе. Вот такой вот у нас расклад получился для первого. Для первой карты. Так, теперь мы с вами смотрим, кто выбрал вторую карту. У вас выпала семерка кубков. Я вам могу сказать так, что, ну, по данной карте, в принципе, у вас много идей, много желаний, много чего вы хотите. Причем очень грандиозные у вас планы на декабрь месяц. Достаточно много желаний, и эти желания не совсем будут совпадать с вашей реальностью, именно вашей жизни. Много идей, много о чем вы думаете, полны надежд. Но как-то все это вы слишком завышенно думаете. Не вижу, чтобы вы более реально смотрели на какие-то вещи в своей жизни, на какую-то ситуацию. Сейчас мы с вами посмотрим. Может быть, вы на что-то надеетесь и умом как бы понимаете, что эти ваши надежды не совсем будут, скажем так, осуществимы. Но, как говорится, надежда умирает последней. Ладно, сейчас посмотрим с вами все-таки, что же у вас будет дальше в декабре месяце, какие будут. Первое, сразу вы на отношения надеетесь, хотите изменить свою личную жизнь, причем хотите кардинально. Здесь либо вы идете сами, либо вам женщина мешает. Сейчас посмотрим. Так, нет, все-таки больше это, скорее всего, вы сами. Но давайте посмотрим. У вас идет такая ситуация. Вы очень полны надежд, вы полны оптимизма, между прочим, что, в принципе, неплохо для вас, достаточно хорошо. У вас также идет переменчивый месяц, но если брать по первому раскладу, там достаточно все это резко идет и катастрофически, то здесь по второму раскладу более-менее спокойно. Первое, что я могу сказать сразу, те, кто в отношениях однозначно, девушки, вы получите именно предложение руки и сердца, возможно, в декабре сыграете свадьбу. То есть будет официальный брак. Это однозначно, и этот брак изменит полностью вашу жизнь. У вас начинаются новые линии вашей жизни, новое начало и именно новые дела. Поэтому здесь не теряйтесь, а просто принимайте, потому что вы получите именно предложение. Ну и также у вас идет такая ситуация, что вообще в декабре месяце вы достаточно кардинально можете изменить свою жизнь. То есть вам карта показывает, не витайте в облаках, не хватайте все и сразу, идите постепенно, если вы действительно хотите изменения. Вы полны надежд, у вас достаточно энергии, у вас много ресурсов для того, чтобы менять. В декабре вы можете многого достичь, у вас декабрь самый переменчивый месяц. Если вы в Новый год хотите войти и именно с новыми идеями, с новыми желаниями. Отпустите все старое, так как старое может тянуть вас назад, и спуститесь с небес на землю. Еще могу сказать, если не вы идете, а дама кубка светлая, если это не вы, то здесь наоборот
знаете, как все-таки вы не надеетесь, может быть, на эту даму, то есть она присутствует в вашей жизни, но, возможно, идет такая ситуация, что вы думаете про нее, скажем так, что она вам мешает, но она как раз наоборот вам поможет. То есть она может помочь каким-то советом, причем эта дама может к вам прийти через мужчину, то есть вы с ней познакомитесь через определенного человека. Эта дама вам достаточно может очень хорошо помочь в ваших вопросах. Это может быть ваша или подруга, знакомая, вы уже ее знаете, либо вы ее еще не знаете, она у вас появится. Она даст вам какой-то совет, может с кем-то свести, между прочим, может быть, вы через нее познакомитесь со своим будущим супругом. Это может быть и на работе, и ваша начальница, либо ваша коллега, которая также поможет вам либо исправить ситуацию на работе, либо улучшить, либо предложить вам новую работу. То есть у вас будут такие мысли, что, ну, она очень, знаете, такая дама, она будет очень ласково, спокойно говорить, непринужденно, и вам будет казаться, что это просто пустые разговоры, просто пустые слова. Вот как раз наоборот, дама знает, что она говорит, она знает, чем она может вам помочь, и как раз все-таки стоит к ней прислушаться. Если вы сами дама кубков, то здесь наоборот, все в ваших руках. Не бойтесь ничего, поскольку перемены у вас могут быть, понимаете, друг за другом в течение месяца, друг за другом перемены, причем достаточно такие резкие. И все в ваших руках. Вы можете достичь очень многого, если вы сами этого захотите. Потому что вы сами по себе очень эмоциональный человек, возможно, вы очень все близко принимаете к сердцу, вы очень все воспринимаете, может быть, не так, как надо бы, но вот если вы будете сосредоточены на изменении своей жизни, то вы можете очень многого достичь и именно с этим новым идти в Новый год. Это вот кто у нас выбрал вторую карту. Так, теперь мы с вами смотрим третью карту. Вам выпал старший аркан император. Ну, для вас сразу хочу сказать, месяц достаточно будет значимым и сильно значимым, поскольку вам выпал император. Это либо ваш муж, либо ваш начальник, либо вы сами будете стойко стоять на месте, скажем так, то есть будете знать, у вас все под контролем, все в ваших руках, вы полностью все держите именно под контролем, вы знаете, чего вы хотите, вы знаете, как это достичь, и достаточно у вас неплохо будет получаться. Но мы сейчас все-таки посмотрим еще, что у вас ждет. Могу вам так сказать. Значит, кто одинокий, однозначно у вас будет человек в декабре месяце, который, скажем так, может изменить вашу жизнь. То есть он может быть следующим, ну, может быть, именно вашим мужем в будущем. Причем, возможно, что вы его уже, может быть, и знаете. Вы, может быть, уже с ним общаетесь, может быть, по переписке. То есть вы, скорее всего, в разных местах находитесь. И вот в декабре месяце, скорее всего, он может к вам приехать. У вас будет встреча. И эта встреча изменит многое в вашей жизни. То есть она принесет именно вам радость, она принесет вам любовь, она принесет вам отношения. И вы будете очень комфортно, довольны себя чувствовать. Единственное, что мужчина, то есть встреча может быть такой разовой, мужчина может уехать, будете немножко опечаленные, но в принципе не стоит, поскольку все-таки здесь развитие у вас идет достаточно быстро. То есть мужчина сразу поймет, что именно вы ему нужны, именно он искал такого человека по жизни и будет стараться как-то быстрее развить отношения, имейте это в виду. Поэтому кто общается на расстоянии, однозначно будет встреча, которая последует за собой уже отношения. Но еще могу вам так сказать, что здесь
Если вы уже общаетесь с человеком или вы только начали общаться с человеком, может быть и такое. И вы чувствуете за мужчиной, что не совсем все гладко идет. То есть, знаете, как не идут разговоры об отношениях, уходят от встреч, то есть не показывают свои эмоции, то здесь еще может и присутствовать, что человек, как раз мужчина, находится перед выбором. То есть он пытается разобраться в себе, пытается разобраться именно в отношениях, что ему нужно. И здесь как раз карта очень хорошо показывает, что не стоит так сильно отчаиваться, поскольку все-таки, скажем так, развитие между вами может быть. То есть мужчина сможет уже в декабре определиться, в том числе и вы уже будете четко знать, что ждать от вашего человека. Поэтому здесь это что касается личных отношений. Если смотреть работу, вас волнует работа, то здесь, скорее всего, у вас несколько будет вариантов. Возможно, вы и уйдете с работы, может быть, у вас уже длится достаточно долго, вы никак не можете уйти, и вот в декабре, наконец, вы уйдете, поскольку у вас идет такой завершающий все-таки этап, вы уйдете с работы, но вы как-то очень быстро найдете другую работу. Не стоит так сильно сразу отчаиваться, поскольку у вас будет несколько предложений, причем совершенно из разных источников, возможно, вы даже и не ждали эти предложения. И вот как раз у вас будет несколько вариантов, и эти варианты будут, в принципе, достаточно такими хорошими для вас. То есть, что один, что другой вас вполне будут устраивать. И поэтому здесь без работы вы не останетесь. Может быть, просто оформление будет уже в следующем году, но, во всяком случае, в декабре идет такое именно быстрое изменения по работе. И вообще в декабре месяце у вас достаточно плодотворный будет месяц, но единственное, что во всех ваших делах идет, скажем так, такое некое как раздвоение. То есть вы будете что-то взвешивать, что-то проверять, что-то пытаться узнать. То есть вы еще в каких-то моментах, может быть, будете сомневаться, а стоит или не стоит, а нужно мне это или нет. Но, в принципе, вы сами творец своей жизни, то есть вы сами можете для себя что-то выбрать, что-то определить. Но я вам хочу сказать так, что бы вы ни выбрали, для вас это будет, скажем так, неплохо. Я не вижу, чтобы именно в дальнейшем были какие-то негативные последствия именно у вас. Поэтому здесь, какой бы вариант вы ни выбрали, вы все равно остаетесь именно при себе, при своих каких-то возможностях, делах, и достаточно неплохо будет все идти у вас. Это кто выбрал третий вариант. Так, и теперь мы с вами смотрим четвертый вариант. Вам выпала королева Пентаклей. Я вам могу сказать так, либо это вы сами, темная дама, либо это женщина, которая будет влиять на ваши события в декабре месяце. Сейчас мы с вами посмотрим, что же она нам даст, эта дама. Финансы, финансы, деньги. На денежный у вас месяц будет в декабре. Достаточно денежный. Очень интересно. А я вам могу сказать так. Значит, либо это вы сами идете, дама, и вы находитесь в таком состоянии. У вас, понимаете, идет такое состояние, как вот именно подвешенная, да, то есть какая-то ситуация вас беспокоит, и вы не знаете, как в дальнейшем решить эту ситуацию, то есть как решить эту проблему. Но вот как раз в декабре месяце у вас идет резкий прорыв, резкое такое изменение, переворот в вашем деле. Это может быть и связано, кстати, с судами, с банками, с финансами. Либо вы ждете кредит от банка, ждете именно получения кредита на то, чтобы, может быть, что-то приобрести, что-то купить, и вы надеетесь на определенного человека, который действительно может вам помочь. И вот у вас этот вопрос все тянется, тянется, но как раз в декабре у вас будет резкое, знаете, такое как резкое изменение ситуации, то есть вам, ну, скажем так, одобрят кредит, вы получите деньги, сможете уже что-то купить, и официально именно идет у вас завершение сделки по документам. Это вот первое, что вот сразу
Там же вообще, я смотрю, вы сможете решить свои финансовые проблемы, то есть может быть какая-то зависшая такая ситуация, то есть это либо какие-то сделки ваши, либо у вас свой бизнес идет, и вы пытаетесь с кем-то заключить контракт с более выгодным таким вот, более какое-то выгодное может быть дело, да, чтобы именно получать прибыль. И вот люди, с которыми вы работаете, никак не могут вам дать ответ, но как раз в декабре месяце у вас есть именно шансы улучшить свое состояние, то есть это для тех, вот, у кого есть свой бизнес. Вы сможете заключить очень выгодные контракты именно для себя на будущее, и ваш вот этот, скажем так, затишье пойдет вперед, именно будет такой прорыв, то есть резкое такое изменение и уже улучшение в работе. Также могу еще сказать в отношениях, если вы ждете от своего человека признания в любви, если вы ждете именно на то, чтобы быть вместе, официального брака, у вас это будет в декабре месяце. Причем, знаете, так неожиданно для вас это будет раз, и вдруг в таком совершенно скажем так, в таком случайном месте сделал вам предложение. То есть такое тоже может быть. То есть, скорее всего, вы уже достаточно длительный период времени вместе, поскольку у нас выпал и король Пентакли, королева Пентакли, и рыцарь мечей. Простите, Пентакли. То есть у вас либо какое-то совместное дело, может быть, вы вместе работаете, либо совместный бизнес идет, либо у вас уже общие дела, то есть вы уже вместе долго живете, но никак не идет официального оформления именно ваших отношений. И вот ваш мужчина все-таки созреет, скажем так, для официального брака. То есть вы будете вполне довольны, вы будете именно, ну, скажем так, получите свое желаемое. Но единственное, я, конечно, не вижу именно каких-то чувств у вас. То есть у вас больше такие, скажем так, приземленные какие-то взгляды. Вы больше сосредоточены на карьере, на финансах, на стабильности, на будущее. То есть как и вы, так и ваш мужчина. Но официально у вас идет. В любом случае, у вас здесь идет так, что в декабре месяце вы вообще сможете, скажем так, решить многие свои проблемы, которые связаны с государственными делами, с юридическими делами, с банками. То есть вы все это сможете решить. То есть для вас это идет такой очень достаточно благополучный месяц. Вы будете получать помощь, вы будете получать поддержку, вы будете получать и внимание, и у вас идет такой прорыв в декабре месяце. То есть эти дела у вас уже, ну, достаточно все-таки длительный период. Я не вижу, чтобы это только у вас вот свалилось на голову. Вам нет, у вас это достаточно длится период, и именно идут изменения. Изменения идут в лучшую сторону, но они будут для вас, скажем так, резкими, эти изменения. То есть здесь просто вы должны быть, хотя вы уже, в принципе, готовы по данной карте, но все равно должны быть сосредоточены на своих, скажем так, еще возможностях. То есть могут быть какие-то вопросы, именно связанные, что придется, может быть, о чем-то и подумать хорошо, поскольку может и быть, что несколько каких-то вариантов. Но все-таки вы уже знаете для себя, что вы хотите получить, что вам важно, что вам нужно. И вот в декабре вы полностью сможете все это изменить и сделать. Это вот кто выбрал у нас четвертый вариант. Ну вот такой у нас с вами получился декабрь месяц прогноз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до встречи, всем пока.